Здравствуйте, друзья, доброе утро. У нас сегодня большой съемочный день. Вот сейчас необычно рано для меня. Еще 9 часов нету. 8:51. Воскресенье, утром как раз. Сегодня будет Супербол. Тут у нас недалеко, тут в 5 минутах. Вот. И заранее, с утречка, мы движемся в офис портном в Computer School. У нас там будет некоторое сборище. Придут люди, которые хотят задать вопросы иммиграционному адвокату Светлане Каф. Мы будем вести трансляцию в Перископе, мы будем вести трансляцию прямую в Ютубе. Мы снимем на видео. Я надеюсь, так все будет хорошо. В общем, такой большой съемочный день. Мы наделаем там на несколько часов всяких видео. И я думаю, что полезный продукт будет. Вы знаете, что мы, с одной стороны, конечно, там и пошутить, и там приколоться по чуть-чуть, но можем. Но, в общем-то, мы как бы себя позиционируем как полезный канал, где интересный народ что-то такое рассказывает, разумное и так далее. Вот, в частности, у нас бывают специалисты в тех или иных областях. Вот, в частности, Светлана. У нас много сюжетов с ней. И мы выйдем в 10:30. В 10:30 мы выйдем уже лайв. Поэтому я надеюсь, что у нас там будет часок, там может быть чуть больше, на то, чтобы собраться, там что-то обсудить, оборудование поставить. Ну, какое у нас там оборудование? Ну, вот какое есть, тоже надо поставить. Вот, наладить и так далее. Так что 10:30 по местному утра, и, соответственно, 9:30 это будет по Москве вечер. Вечер, воскресенье, 9:30 по Москве. И я не знаю, честно, сколько времени займет этот марафон. Это может быть... Я, судя по вопросам, могу сказать, что это можно там, не знаю, и 5, и 6 часов спокойно разговаривать в таком достаточно сфокусированном режиме, так, без бла-бла-бла, знаете как, с бла-бла-бла можно неограниченное, поскольку в этих вопросах вся жизнь, друзья. Все, мы с вами прощаемся в этом видео, и я надеюсь его запустить, ну вот прямо сразу, как только приеду, с тем, чтобы напомнить, что сейчас будет трансляция. И у нас как раз по подписке там пойдет нотификация тем, кто подписан на нотификацию. В общем, такая история. Счастливо!